Привет! Я, значит, у меня два дня было такие насыщенные два дня. Я постепенно расскажу подробно. Вот я вчера ездила на рынок за мясом. Купила я вот такое вот мясо. Вот. Мясо я брала по 220 рублей. Вот сюда пока засунула. Вот здесь маленькая косточка такая. Вот так всю мякоть. Вот. И я, значит, это все хочу перекрутить через мясорубку. В общем, сейчас я его помою, на кусочки порежу и буду испытывать свою мясорубку новую. Вот я нарезала мясо кубиками. Вот я уже начала. Вот такая вот у нас мясорубка. Мы купили вот мясорубку. Я тогда показывала. Вернее, подарили мне 8 марта. Вот. Такая вот. И вот я уже кручу мясо. Я включать не буду, потому что она так шумит. Ну как вот, ну ключи. Делала фарш. Здесь, значит, немного хлеба, лука. Соль, перец, ну и мясо. А, и два яйца я положила. Я жарю котлетки. Вот котлетки мои. Я, значит, мясо еще, фарш не распределила по пакетикам, потому что у меня нету времени не было, мне нужно ужин готовить. Вот у меня получилась вот такая чашка большая фарша. И еще вот котлеты там в чашке. Это у меня 7 килограмм мяса. Но мясо какого? Я купила по 200 рублей мясо. Извиняюсь, не по 200, а по 220 рублей. Я на рынке купила свинину. И, в общем, вот я тут обрезала. В общем, тут вот сало обрезала. И жилы. Убрала жилы и косточки. И вот у меня тут косточки. Вот тоже целая чашка. Вот у меня. Я брала 7 килограмм мяса. В общем, у меня получилось почти 3 чашки. 2 чашечки фарша. И одна чашка. Вот тут косточки. В общем, тут тоже еще ничего не распределяла. Просто нету времени. Наверное, уже это все будет завтра. Потому что время уже 8 часов. У меня скоро мои приедут на электричке. Я жарю котлеты. Сейчас поставлю картошечку варить, прям даже времени нет совершенно снимать. Вот сейчас я, значит, котлетки у меня пожарятся, я сниму и покажу. Вот такие вот красивые вкусненькие котлетки у меня получились. Вот. Еще, значит, я ходила сегодня в магазин, купила сосиски. Чисто такой вот влог это покупочки. Сегодня я купила вот такие сосисочки. Вчера мы брали другие. Забыла такие. В общем, эти, по-моему, с сыром сосиски. Вот. А мы брали вчера другие. Дым-дымыч мы вчера брали. Вчера брали дым-дымыч. Сегодня папа может, я взяла вот такие сосиски. Вчера дым-дымыч брали, мы их съели. Потом я брала вот такие вот яйца, ходила. Они крупные, по 55. Вот эти вот коричневые, это мои яйца. Вот. А вот такие вот белые яйца я купил по 55 рублей. У нас привезли, значит, во вторник. Возят с фермы, не знаю. В общем, яйца, и мы купили. В общем, вот я купила еще тоже это с фермы привезли молоко. 2-литровый баллон мы выпили, а вот 3-литровый баллон я купила на пробу, никогда не брала. В общем, ну, я скипятила, молоко хорошее. Вот, еще, в общем, мы сварили вот такой холодец, но он такой ужасно получился жирный. Вот, аж весь вот застыл, и жир вот сверху плавает. Ой, добрый вечер. Не дождалась картошки, села съесть котлетки. Котлетки, правда, очень вкусные получились. Я жарю, значит, сейчас на ужин. Варится у меня картошечка. В общем, не удержалась, сижу, ем. Очень вкусно. Еще я сегодня купила вот такие вот конфетки. К чаю еще не пробовали, не знаю, ничего не могу сказать. И чай Акбар я взяла сегодня в магазине. А вот этот чай нам привез гость, который приезжал на 8 марта.
это здесь была такая прессованная пачка. Вот, полкило здесь, по-моему. Вот в этой коробке полкило. В общем, он сказал, что он это привез из Индии, потому что он, я знаю, что он ездил в командировку туда, и он привез вот этот чай. Бывало, я, значит, конфетки. А это птичье молоко в шоколаде. Вот. Такая вот конфетка. Ну что, вкусненько, я попробовала. С чаем. Сейчас мои придут с работы уже на электричке. Время, я смотрю на часы. Время без 5:09. В общем, жду я их. Варю ужин. У нас вот так вот ужин поздно. Вот. Ну, в общем, у нас не всегда так поздно ужин. Только когда они приезжают на электричке. Ну, в общем, что хотел показать, все сняла. Покажу, выложу. Всем пока-пока.